Всем привет, девчонки и мальчишки. Вытираю стол. Сейчас буду здесь, на этом столе, разделывать курицу. Вот. Этот стол у нас был куплен давным-давно. Ему уже больше 15 лет, это точно. И он у нас стал потихоньку ломаться. В этом году. Это я уже думаю в прошлом, потому что съездил тут к дочке. В этом году мне жена говорит, давай сделаем, обновим его, интерьер. То есть вот эту плитку, там у меня немножко оставалось в заначке, а вот этих квадратиков не было. И я ее напилил вот из этой плитки. Обязательно я вам покажу. То есть вот из одной такой большой плитки, вот такой квадратик, получается два штуки. Вот один и второй. Больше не получается. Вот, ну тут уголки оставались, я их еще использовал. Тут по краям, я не знаю, видно будет, не видно. Вот, и сейчас у нас клеили мы на это, на герметик все. Торцы заделывали специально такой двухкомпонентной затиркой швов. Это в пищевом производстве она используется. Я не знаю, из чего она там состоит. Ну, скорее всего, из кварцевого песка меленького и эпоксидной смолы. Короче говоря, получился у нас вот такой стол. Но это другая тема. Обязательно я выставлю это видео. Будем делать. Я почему его не выставляю? Торцы еще не до конца доработаны. Ну, столом мы уже пользуемся. Стол отличный. Вот одна из двух куриц, которую я купил, можно сказать, уже позавчера. Потому что сейчас ночь. У нас сегодня выключали свет. Свет выключали. Вот я полтора месяца здесь, да? То есть как приехал из Америки от дочери. И уже свет выключали, я каждый раз считаю, запоминаю. 7 раз, представляете? Я не знаю, сколько прошло недель, наверное, 7 недель прошло. То есть каждую неделю 1 раз. И причем 2 или 3 раза, это как минимум на полдня отключали, а то и больше. Вот сегодня отключили в 2 часа, а дали всего лишь в 8 часов вечера. У меня ни интернета, ничего не было. Вот приходится ночью что-то делать. Досточку взял. Лариса тут переживала, что я на эту досточку сковороду ставил. Да помыл я ее, Лариса, помыл. Так, уже с курицы здесь уже потекло. Надо быстрее ее разделать. Одну я заморозил, а одну сейчас буду разделывать. И варить потом буду. Привет, девчонки и мальчишки. Видите, мой антураж. Это чтоб не скучно было. Знаете, в каком-то фильме смотрел, по-моему, «Азори здесь тихие». Мужик одел платок женский и доит корову. А я спрашиваю, ты чё? Он говорит, ну так это, она легается. Ну вот так и я сейчас буду разделывать курицу. И чтобы она меня не испугалась. У нас все время же Лариса разделывает. Я вот тут приоделся. Так, ну все, одну курицу разделали. Сейчас я положу, сколько я буду варить, а остальное в пакетик и заморожу. Ну что, ребятки, как у меня вода процедится. Вода у нас не очень хорошая, такая, знаете, с ржавчиной. И поэтому мы ее фильтруем. А фильтрую я как? Это отдельная, опять же, история. То есть наливаю в кастрюлю, кипячу ее, потом выношу на мороз. Она там оседает. Ну, вот эти взвеси все оседают, они тяжелее воды. Не знаю, почему-то на морозе быстрее оседает. И потом я пропускаю ее через 2 фильтра. И только потом можно употреблять вовнутрь, как говорится. Ну, а мыть посуду можно, конечно, и похуже водой. Поэтому я сейчас разложу вот эту вот
свое это изделие, вот, из курицы, что у меня превратилось. Курица где-то кило 600, потому что это две курицы, три с чем-то было. Кило 600, кило 700. Я сейчас разложу по пакетикам, и эти пакетики закладу в морозилку. Оставлю себе ровно, чтобы, ну, например, сварить на день на суп. Так, ну, примерно вот эту. И вот эту. Хватит мне на день, я думаю. Хватит. Так. Опять же, Лариса, видите, заготовила вот такие пакетики. Не знаю, где она их взяла. Купила, кто ее просто так даст. Так, вот эту. Ну и ножку. Блин, ножку одну. Это много. Видите, я кулинаром стал. Не зря платок одел. Так. Вот у меня еще. Так, так, так. Пакетики, ножку и что-нибудь такое. Вот мне на день на суп, в пачках суп. Вот это что такое, не знаю. Это типа я поддерживаю кулинарный канал наш. Так, раз, два, три, четыре. О, представляете, на четыре раза мне хватит. Так, сегодня я еще... Так, крошка. Так, вот это я, наверное, отдельное положу. Вот так, да. А сегодня я сварю вот эту вот ногу. Вот это дело сейчас я положу в морозильник. Там у меня уже одна курица замороженная есть. Ну, я еще и вот это сложу. Вот она нога. Короче, у меня получилось, кроме этой ноги, еще 6 пакетиков. То есть на 6 раз мне хватит. Ну, вот это нормально. А то заливаю целую курицу. А потом не знаю, что с ней делать. Так. Ну, вот так, наверное, хватит. Все. Сейчас ставлю... А, посолю, лука брошу, морковки, может, брошу, пусть она поварится. Ну и буду варить суп. Вот так вот я разделал курицу. Всем пока-пока. Вот такой холостяцкий обед или что у меня будет, не знаю. Только завтра буду кушать, сегодня уже только сварю. Всем пока. Что я хотел сказать, вот у меня вышло видео на другом канале 2 Continental Life, ссылка будет в конце видео, как я купил продукты, вот эту курицу купил, и типа мне хватает продуктов на 1200 рублей в месяц, да? Фигня все это, ребята. Смотрите, лук я не покупаю, потому что закупил его заранее, морковку не покупаю, всякие соления, которые я добавляю, например, рассольник, Лариса сделала там еще какие-то приправы, борщ в банках закрыла, вот, я же их тоже не покупаю, потом компоты не покупаю, потом у нас есть
видео, где мы делаем кабачки как грузди. Правда, ребята, вкусно. Тоже не покупаю. А представляете, если бы это все купить? Наверное, все-таки 5-400 на месяц это очень мало на человека. Я думаю, тысяч на 7 надо. Надо же вот это все тоже купить. Да, еще этот свеклу я не покупаю. Свекла, я посмотрел в магазине, это дорого стоит. Так, ребятки, ну все. Вот она, курочка готова. Ха-ха. Всем привет, ребята. Утро следующего дня. То есть я вчера допоздна варил, я вам говорил, света не было. Ну, что, будем пробовать, что я тут наварганил. Я не знаю, говорил, нет. Засыпал сюда суп из пачки. И немного то, что Лариса готовила. О, вот она, косточка. Так. Это я, видите, тут на камеру. Вау. Посмотрим, что за суп. Блин, я ж забыл, я хлеба-то не купил. Хлеб у меня закончился. Это на вечер. Блин, надо было, наверное, назад не ложить. Так, ну что, будем пробовать. Офигенно. Вот, по-моему, лука много положил. Хлеб нужен. Без хлеба фигово. Но я сейчас не побегу до магазина метров, наверное, 300. Может, меньше, не знаю. Короче говоря, покушаю без хлеба. Меньше получу этих углеводов. Что там еще? Глютеина, протеина, как они там, я не знаю. Ну, это не смешно, конечно. Это все по-научному, научно обосновано. Немножко колбаски себе отрежу. Как там пришел комментарий, женщина пишет на другом канале, я выставлял продукты на 5-400 в месяц. И пишет, что вы еще шикуете, мы живем на 3-200, складываются они. Ребята, я все прекрасно понимаю, что у меня не самое дешевое питание, хотя вроде ничего такого и не купил я. Ну, люди живут еще хуже. Что сделаешь? Печально все это, ребята. Жить на 80 с чем-то долларов, вот я конкретно, да, и мало того, еще все соленья, опять же повторяю, все соленья, картошка, лук, морковка, все было закуплено заранее. Печально. Ладно, я думаю, что все будет хорошо. Должно так быть, по-другому не может, иначе зачем жить? А вот теперь всем пока!